So it seems I got some competition. What do you mean? Them damn Cholos are trying to muscle in on my repo business. It's time I sent them a message. Grenades? I just want to make sure they hear what I have to say. Всем привет, дорогие друзья, с вами Старгуми, и мы продолжаем проходить игру GTA Vice City Stories. Ну что, вы скучали по Чола? Я думаю, да, потому что давненько мы их уже не видели. Целую одну миссию. И Марти хочет преподать им очередной урок. Правда, в этот раз немного пожестче, так как они, видимо, не поняли мегапрозрачного намека в седьмой миссии. И снова залупаются на его бизнес. Именно для этого, кстати, он нам дал 10 гранаток и поставил задачу уничтожить 3 их фургона в ближайшие 6 часов игрового времени. Ну или 6 минут в переводе на наше время, прежде чем они отправятся на них на работу, так сказать. Довольно плевенькое задание на самом деле, несмотря даже на охрану, которую на изи давим по классике. А потом кидаем под фургончик маслину и дело в шляпе. Только вот это работает с первыми двумя фургончиками, с которыми мы уже разделались. А на пути к третьему на нас уже объявили охоту и будут всячески мешать мексикосы на тачках. Что, в принципе, сложности не прибавит. Они водят как алкаши с третьего подъезда, бояться их вообще не стоит. А тем временем мы уже в маленьком Гаити, аккуратненько, где находится третий фургончик. Вот он, давим вот этих двух бичуганов, кидаем гранатку и... все, финита ля комедия, господи, сейчас фургон взорвется, бежим, 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 бежим! Ух! Да, это было близко. Ух, и жестко. Ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был Старгуми. Обязательно подписывайтесь на каналчик, ставьте лайкосики, пишите комментосики, жмякайте на колокольчик и ждите новые видео. Всем удачи, до скорых встреч, пока, ребятки. Фух.